Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Значит, сегодня я вам обещала сумку спицами, вот, по мотивам вот этой вот сумки на основе бабушкиного квадрата из Бурды, которую у меня обзор есть на канале, я оставлю ссылочку под видео в описании. В общем, я ее адаптировала на спицы, это для тех девчонок, которые... не вяжут крючком, вот, у меня много таких девчонок, в основном не вяжут крючком, ну, большинство, вот, единственное, чуть изменила, здесь две ручки, я считаю, это лишнее, я связала одну, потому что мне нужно было ее уплотнить, и вот моя сумка, значит, здесь у нас подробно подшита она фетром, говорили девчонки, это правда, что... спицами вязка растягивается, поэтому она у меня для того, чтобы держала форму, подшита фетром. Это не обязательно, но желательно. Вот. Вязала я вот из такой пряжи. Что касается пряжи, вот нет у меня того куска, который я снимала про пряжу. Но я вам хочу сказать, это 100% хлопок, пряжа, которую используют для вязания игрушек. Значит, что еще хочу сказать. Ушло у меня 150 граммов, ровно 3 мотка, вот в трех цветах у меня сумка. И дело в том, что вы можете использовать остатки. Тут на пряжу, я как бы, у меня привязки на пряжу в видео не будет никакой. Единственное, я же говорю, что ушло 150 граммов, 3 моточка вот такой вот, вот такого хлопка, 160 метров в 50 граммах там метраж, вот этой вот именно моей. Но вы можете выгрести остатки и из остатков сделать, потому что здесь у нас основа, вот первый квадрат, как бы интерпретация бабушкиного квадрата, и вот полосы вы тоже я не основываю. Я визуально как бы так приблизительно все располагала эти полосы. То есть вы, исходя из ваших остатков, просто хаотично будете располагать эти полосы. Единственное, что я вот здесь вот сделала одинаковые, что тоже не обязательно. Ну, то есть идентичен вот эти боковушки. Вяжется на самом деле очень просто, девчонки. Так что те, кто не умеет крючком, пожалуйста, вяжите. Что касается подкладки, фетр, мы все знаем, что прекрасно, как бы, кто не умеет шить на машинке, прекрасно его я пристрочила на машинке, там всего лишь пару строчек, все это фетр прекрасно сшивается вручную, и там и машинка даже не нужна, у кого нет. Вот, поэтому начинаем мы снизу, начинаем мы отсюда снизу и вяжем бабушкин квадрат, который я покажу подробно. Ну, в принципе, это сам процесс я показываю подробно. Единственное, что пряжу и количество пряжи у вас может различаться. Еще что хотела сказать. У меня эта сумка, значит, по итогу получилась 42 сантиметра ширина. Это при моих размерах. Все размеры я там даю в чертеже. И высота 43, ну, то же самое, это, в принципе, это понятно. 42 сантиметра ширина, 42 сантиметра высота. Вот, вы же можете сделать больше, можете сделать меньше. Вот, то есть это вы тоже можете легко корректировать. Все, ну, все, девчонки, начинаем снизу, с бабушкиного квадрата. Значит, пряжа у меня вот такая вот, из которой вяжут игрушки. Хлопок это. Хлопок. На изделие она не годится, как на мой, по моему мнению. А вот на сумку как раз хорошо. Значит, у меня это будет сумка. Сначала я беру тонкие спицы. Это не обязательно. Это я просто, чтобы упростить, чтобы длинные в начале у меня не были. И набираю 16 петель. И вот здесь вот оставляю чуть побольше нитку, чтобы потом пятачок вот этот вот сшить. 16 петель для начала. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот такой вот хвостик у меня остался. Я потом им стяну этот пятачок. Итак, теперь, что мы делаем? Первый ряд мы распределяем
на 4 спицы по 4 петли. Раз. Вяжем лицевыми петлями. 2, 3, 4. Следующая спица. У меня они, кстати, вот эти маленькие, разные толщины нет у меня одинаковых, поэтому не удивляйтесь. Я потом перейду на вот эти вот. Спицы у меня 2,5 миллиметра. А эта пряжа, забыла вам сказать, какая длина. 160 метров в 50 граммах. Это значит 320. Но это не суть. Здесь я же говорю, здесь нет принципа, я не основываюсь на пряже, на спице. Здесь в этом мастер-классе я основываюсь, то есть здесь будет как бы разобрано, как вязать бабушкин квадрат, так как сейчас очень много вещей связано бабушкиным квадратом, и это сейчас в тренде. Значит, второй ряд мы вяжем, я буду вязать платочную вязку в круговую, поэтому второй ряд у меня изнаночными петлями. И я вяжу 1 лицевая. Ой, 1 изнаночная, далее воздушная петля, так вот я одеваю, 2 изнаночные, 2, воздушная петля и 1 изнаночная. То же самое на каждой спице, то есть по 2 петли я добавляю и изнаночная, воздушная петля, 2 изнаночные, воздушная петля, 1 изнаночная. По большому счету, девчонки, это реглан. Сейчас я вам буду рисовать еще. Изнаночная, воздушная петля, 2 изнаночные, воздушная петля. Так. Нет, еще одну спицу, почти это третья у меня спица. И четвертая. Изнаночная, воздушная петля. 2 изнаночные, воздушная петля. И изнаночная. Так, это второй ряд. Вот для этого нам нужна была эта нитка, чтобы потом вот это вот пятачок стянуть, попку стянуть. Так, третий ряд лиц, все провязываем лицевыми петлями. Раз, два. Теперь четный ряд, изнаночные петли, и делаем то же самое. Значит, что у нас получается, что у нас 1 петля и 1 петля уходит вот в эту линию, которая разделительная. Вот после первой петли делаем воздушную петлю, и всегда после первой петли и перед последней. Это на каждой спице, и это будет всегда. То есть считать нам ничего не нужно. В четных рядах, когда мы вяжем изнаночными петлями, мы делаем вот такое вот добавление, не знаю, воздушная петля, воздушная петля. То есть петли по центру я не считаю, это не нужно. Просто мы знаем, что в изнаночном ряду мы вяжем, добавляем петли. Я, наверное, сейчас перейду вязать железными спицами. Мне ими проще, потому что они лучше скользят. Этими неудобно. Я вам показала принцип. И перейду сейчас на вот эти вот спицы. Значит, у нас вот такая вот конструкция. Сейчас я вам нарисую схемку, чтобы вы технически понимали. Значит, что у нас? У нас за основу 16 петель. И далее идет... Вот, разделение. Это я имею в виду вот эту вот диагональ. Диагональ наша
состоит из двух петель. Это вот это последняя и это первая. По сторонам от этих двух петель мы добавляем петли в каждой. 2 2 2. Здесь идет разделение на спицы, то есть одна из этих двух петель на одной спице, одна на второй спице. Поняли, да? Петли добавляются вот в эту среднюю часть, потому что они отталкиваются от этих вот крайних петель. Вот я дальше продолжаю. То есть в каждом ряду, который я вяжу изнаночными петлями, я буду делать эти добавления после первой и перед последней петлей. Вот так вот расширяется этот квадрат. Вот видите, здесь у нас основа, и здесь добавление по бокам. Вот, получается квадрат. Что можно сделать? Можно вязать секционной пряжей, можно поиграться с узорами здесь, как бы как какой-то ленивый жаккард, и получится очень красиво. Вот. Еще что далее, вот видите, у меня уже доходит как бы ширина спиц до предела, что будет скоро соскальзывать, я пересниму на круговые спицы, я вам этот момент покажу. Но это нужно для сумки, если вязать мотивами из маленьких квадратов, то носочных спиц вам хватит. Так, вот когда, смотрите, вот когда уже слетают, да, со спиц эти, я одеваю на круговые спицы, вяжу на круговых спицах. Вот реглан я разделила там, где у меня было разделение на спицы, то я разделила маркером, то есть одна петля здесь, одна здесь, и добавление уже от этой петли. То есть, ну, то есть все точно так же. Вот таким вот образом можно на круговых спицах вязать. Значит, вот такая вот основа. Это низ нашей сумки. У меня три пряжи, вот так вот я распределила полосы. Вот по 12 рядов, здесь 24 ряда, первый квадрат. Но, в принципе-то, здесь нужно основываться на сантиметры. Всего у меня вот от центра 14,5 сантиметров, наверное, если вот так вот. Да, 14,5. Вот эти полосы составляют где-то 2,5 сантиметра. Ну, а вот это вот 5. Примерно так. Чуть больше, чем 2,5. Ну, а, в принципе-то, мы основываемся на вот эту вот диагональ. Диагональ у нас составляет, то есть вот это у нас есть ширина сумки. Здесь вы сейчас на данном этапе можете корректировать эту ширину сумки. Значит, на данном этапе это у меня 38 сантиметров. Вот ширина моей сумки. И вот я разделила, видите, разделила на двое спиц вот эту вот половину. Вот. Половину я сейчас оставляю, все петли у меня открыты, я ничего не закрываю, ничего не удаляю, ну, не заканчиваю. И сейчас я буду вязать вот эту половину. Так, так как здесь у нас были добавления, то теперь во второй половине у нас будут убавления. Вторую часть, как бы боковушки, мы вяжем поворотными рядами. Я вожу первый ряд до центра, до маркера, то есть одну четвертину я сейчас провязываю лицевыми петлями. Так, вот я, смотрите, у меня здесь воздушная последняя петля. Здесь мы уже добавления не делаем. Мы берем вот эти две петли, которые у нас были по центру, между этими добавлениями, и провязываем две петли вместе лицевой. Далее вяжем ряд до конца. Здесь довязываю, последняя петля лицевая, поворачиваемся. Изнаночный ряд мы его легко узнаем.
Вот он у нас с вот такими вот как бы соединения нити видно. Мы его провязываем теперь лицевыми петлями. То есть мы все время далее вяжем лицевыми петлями. Вяжу ряд до конца. Вот далее провязала я изнаночный ряд. Далее вяжем лицевой ряд и будем делать по центру теперь сокращение. Теперь будем провязывать по 3 петли. И так в каждом лицевом ряду. То есть по изнаночный ряд вяжем без изменений, а в лицевом ряду по центру делаем сокращение. Провязываем 3 петли вместе лицевой. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Так, вот я дохожу к центру, там у нас будет хорошо видно. Вот эти две петли вместе, которые я провязала. Вот эта петля будет центральной, то есть мы, основываясь на вот эту петлю, далее тут будет не две, а три вместе. То есть, ну, в принципе, это одно и то же. Вот видим, где были сокращения, вот она петля центральная. Берем одну петлю справа от нее, одну петлю слева от нее, и эти три петли провязываем вместе. Далее эта петля будет центральной. Мы возьмем вот эту вот и вот эту вот. И так далее. Мы довязываем ряд до конца. И изнаночный ряд провязываем просто лицевыми. И далее в следующем лицевом точно так же делаем вот здесь вот сокращение. Провязываем 3 петли вместе. Здесь у нас будет формироваться угол. Так вот, хочу показать вам промежуточный результат. Как у нас развиваются события. Вот, видите, вот мои сокращения, которые по 3-3 вместе. Сокращается, как бы уходит сюда вот так вот угол. И он полностью дублирует наш первый квадрат. То есть это тоже будет квадрат, но вязан от угла. Вот, туда продолжается. То есть далее мы все продолжаем точно так же. Мы сокращаем по центру и вяжем полоски. Вот это у меня 24 сейчас ряда, далее я буду по 12 делать. Вот таким вот образом эти петли сокращаются. Видите, я меняла полоски. И вот вязала, пока у меня совсем не заканчивается в конце петли. Вот видите, они последние. Почти. Но я взяла другую спицу тоньше. Так, вот посредине последние три вместе, кромочная, и уже с изнанки уже этот ряд мы не провязываем, а провязываем 3 петли вместе. То есть мы свели все на нет. Так, теперь смотрим, что же у нас получилось. У нас, если это выровнять, оно выровняется. У нас получается еще один квадрат мы связали, начиная от бока по диагонали, да? Вот. Первый квадрат и второй. И по итогу у нас уже одна половина сумки, если сложить вот так вот готово. Теперь что мы делаем? Мы вот эту вот часть вяжем точно так же, как и вот эту вот. То есть начинаем отсюда, вяжем здесь. Провязываем, то есть полностью дублируем вот эту вот часть. Я снимать не буду, это точно такая же половина, идентичная. Я вяжу вторую часть. Вот что у меня получается. Это я уже сложила, чтобы вы понимали. У нас, в принципе, эта сумка состоит из трех квадратов. Вот он, боковая часть. Вот она, вторая боковая, которую мы довязали. И вот так вот две боковушки. И нижняя часть, это донышко. Вот такая вот как бы сумочка у нас получается, как я вначале показала. Это три квадрата. Вот так их можно сложить. Немножечко подтягивает этот угол, но оно все уравновесится. Вот, значит,
Нарисовала я схемку, вот этот вот квадрат, этот вот сторона, каждая сторона квадрата везде у меня 27 сантиметров. Теперь по итогу, как бы, когда он уселась, установилась, значит, квадрат у нас равен 27 сантиметров, все три. Далее, что я связала? Связала ручку из остатка пряжи. Вот сейчас у меня ушло ровно 150 граммов пряжи. Вот я перевязывала, кстати, первую боковушку, чтобы подогнать цвета, чтобы мне хватило. Вот что у меня осталось, это вот я связала ручку. 26 сантиметров длина, это 104 ряда, и ширина 4,5 сантиметра, это 12 петель. Вот, платочная вязка. И вот у меня еще осталось на шнурочек для того, чтобы пуговичка у меня застегивалась, да. Значит, я вот так вот сложу вдвое и свяжу цепочку крючком. И пуговица у меня вот такая вот пуговица, вот она, которую я использую для застежки. Значит, сейчас свяжу цепочку и потом вам скажу, сколько она у меня сантиметров. Итак, вот связала, вот сколько было, я, в принципе, так прикинула, оно как раз и так, как нужно. Значит, что я делаю? Я измеряю 45 сантиметров, 45, но я еще ее проутюжу, выровняю. Значит, пуговицу пока откладываю, еще мне нужно здесь затянуть вот эту вот дырочку. Я ее затяну при помощи крючка, вот так вот, первые петли прям продеваю. Так, теперь вот стяну. Ну, вот этот вот пятачок я стянула. Вот если дырочка какая-то, проденьте в иголочку, замаскируйте дырочку. Я прям вот так вот. Все, дырочки у меня нет. Далее я использовала фетр толщиной 1 мм. Я бы рекомендовала использовать 2 мм, чтобы уплотнить. У меня вот он такой, и я его буду использовать. Что я сделала? Я вырезала 3 квадрата. То есть у нас сумка из 3 квадратов, и я вырезала 3 квадрата, но на 3 сантиметра больше. Вот это я говорю для того, чтобы вдруг вы будете сумку вязать больше, поэтому подкладку выкраиваем на 3 сантиметра больше. Потому что у нас сумочка будет по подкладке. Вот так вот нам нужно натянуть ее, чтобы она красиво приняла форму. Поэтому у меня 3 квадрата 30 на 30 сантиметров. И две полосы длиной 32 сантиметра. Это длиннее, чем наша ручка. Потому что ручку мы будем натягивать и пришивать вот таким вот образом. В натянутом виде тоже, чтобы все хорошо натянулось. И все хорошо смотрелось. Ширина вот этой вот детали 4 миллиметра, то есть она меньше, чем на пол сантиметра, потому что при натяжении деталь сузится. Вот две штуки такие, то есть вдвое это все дело будет. Ну и пуговица, и шнурочек. Теперь, в принципе, все мы уже связали, детали кроя собрали. Сейчас я буду сшивать. Сшивать буду на машинке. Не обязательно, у кого нет или кто не умеет, это фетр очень легко шьется руками. Значит, первое, что мы будем делать, мы будем вот это пришивать углы. То есть вот таким вот образом. Сначала эта сторона. Потом поворачиваемся и пришиваем эту сторону. И получится, что у нас вот так вот сумка будет, примет форму. То есть, вот эта вот сторона и вот эта вот сторона. Ну, в принципе, это если вот так вот сложить, то это будет, чтобы не заморачиваться. Вот, мы пришиваем вот и эту сторону. Точно так же, как мы набирали петли. Отгибаем с этой стороны, пришиваем вторую часть. Сейчас я вам все покажу в ускоренном виде. Так, вот одна сторона пришита. Теперь отворачиваем. Освобождаем вторую сторону и ее точно так же пришиваем третий квадрат.
Вот он, первый квадрат, и два по бокам. Теперь мы на одну из сторон пришиваем, здесь фиксируем вот эти вот завязки. Есть. Теперь мы одеваем вот эту вот часть в нашу вязаную часть. Вязаная часть у нас будет натянута, немножечко она пока будет деформирована. Но это все исправится утюгом. И теперь вот так вот мы, смотрите, вот он один угол и угол фетра. Мы прокладываем строчку вот таким вот образом, начиная вот он угол, совмещаем углы наши и по всему периметру фетр чуть отодвигаем вовнутрь. То есть вот эти зубчики мы выдвигаем наружу и пришиваем подкладку. Поворачиваемся на углу. Вот, смотрите, как это все пришито. Теперь здесь шнурок мы вытаскиваем как бы наружу, подвигаем. И точно так же все совмещаем и пришиваем. Здесь второй угол, то же самое, совмещаем, пришиваем вторую часть сумки. Подкладка наша подшита вот так вот одной строчкой. Да, я говорю, сейчас оно деформировано, это все нам нужно подкорректировать обязательно утюгом, то есть вязаную часть пропарить и хорошо уложить вот здесь вот на нашу подкладку. Есть тут достаточно запаса для того, чтобы это исправить. Вот видите, пока это все дело вот так вот закорючивается. Так, теперь наша ручка. Ручку мы сначала сошью я вот эти две части. И теперь пришиваем на вот эту вот часть. При этом нижнюю часть сначала я пришиваю вот эту вот как бы боковушку, короткую часть. Вот. А нижнюю часть я буду натягивать. Теперь я все проутюживаю. Вот, смотрите, тоже видно, что вот эта часть натянута у нас хорошенечко. И ручка вот такая вот уплотненная у нас хорошо. Вот я проутюжила, и все у меня уже приняло красивую форму. Теперь мне осталось только пришить ручки, которые я пришиваю. Либо вот так вот, вот скорее всего я так и пришью, либо вот так вот, ну я пришью вот так, мне так кажется красивее.
все, с шитьем мы справились. Итак, девчонки, вот такая вот сумочка у меня получилась. Вот, пришила я эти уголки. Хорошо все держится. Обязательно подшить надо. Хотя можно не подшивать, она, конечно же, будет выглядеть более как авоська. Сейчас у меня выглядит более как сумка. Вот, разутюжила я эти все хорошенечко, разутюжила, разложила. Еще что можно сделать внутри, вот прежде чем сшивать эти детали, еще внутренний карман сделать, да, который, я думаю, нужен будет, в любой сумке нужен внутренний карман. Вот такая вот сумочка у меня. Вот, смотрим на фотографиях. Еще фотосессия будет обязательно, возьму ее на море и сфотографирую. А здесь у нас, видите, в журнале плед и сумка. Ну, в общем, вот такая вот, девчонки, сумка. Играйте с цветами, с подборкой цветов. Вот. Ну, в принципе, больше мне вам сказать нечего. А на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.